70, 71, 72, 73, 74, 75, 365 картин. Уже в библиотеке годовой челлендж в день по картине на протяжении года закрыт. И подумал художник, когда нарисовал все 365 картин, и решил заняться организацией выставки. Это вы сами все забивали? Да, это мы все сами вязали, все сами прибивали, все абсолютно, все сами. Выставка будет на протяжении какого времени? На протяжении ноября, но приходите в основном на открытие, пожалуйста. На открытие? Да, на открытие будет весело. Подготовка к открытию выставки идет полным ходом. Можно подумать, что все уже готово, но нет. Есть еще читальный зал, который полностью увешан тоже картинами или картинками, как сам их называет художник. Вот здесь, я так понимаю, портретная зона, все в лицах. И очень интересная деталь. Картины перевозили в сумках, которые специально пошили под открытие выставки. Вот они, я так понимаю. Теперь те, кто собирается не в первый раз что-то делать с понедельника, должны задуматься. Если предпринять хотя бы шаг по направлению к цели, все станет возможным. Человеческие силы безграничны, уверена, Игорь это понимает. Они провисят тут, а потом куда вы их обратно к себе? Сумки сложу и домой. Не продается? Не продается. Пока нет. То есть, если кого-то очень заинтересует, обращайтесь, будем разговаривать, может быть, только повтор. Теперь среди Тургенева, Пушкина и прочей литературы в библиотеке будут жить 365 картин до конца ноября. Открытие выставки уже завтра в 3 часа дня. Приходите.